Ну, насчет Мина, что сказать. Сейчас у меня в планах поехать домой, немножко побыть со семьей. В гору поехать немножко. У нас говорят уже, Хазы-Гарта, там блюдо немножко там, в аулах немножко, в горах побыть. Подумать о дальнейших планах. Я думаю, сейчас буду работать на физическую подготовку. Железку подниму, немножко там массу наберу, физику наберу. Потом уже буду оттачивать борцовскую технику. И однозначно ударную технику по-любому у меня на втором плане будет. Ну и будете ждать, да, какое предложение из себя? Ну да, я свяжусь по-любому с менеджером моим Али Абдул-Азизом, потом за организацию руководства ЗСБ. Вот наш Алашпрай Данияр Агаш, вот насчет плана, я не знаю, в дальнейшем будет. Ну, до конца года, в декабре примерно, я буду провести один бой, по-любому. Базару нет! Subscribe now. Пока бьется сердце и гонит кровь по жилам, мы будем драться, чтобы чувствовать, что мы еще живы.